И всем привет, ребята, с вами, как всегда, EginLuke44991, и сегодня мы с вами поиграем в CS1.6. Да-да, но не просто CS1.6, мы с вами поиграем, так сказать, с модами. С новыми модами, как бы, да. Собственно, давайте посмотрим, я установил парочку, на Дигу, на Калаш и на Ножик. Собственно, давайте начнем новую игру, и вот у нас 1-1. Собственно, мы будем играть 1-1 с ботом. Представляю, что это какой-то человек, да? Ну, допустим, да. Собственно, надеюсь, вам этот ролик зайдет и понравится. Если он вам действительно понравился, поддержите его вашим лайком. Ну, а если вообще ты смотришь мои ролики, подпишись, чтобы не пропускать их, собственно. И давайте начинаем. Будем играть мы за террористов, за технических долбоебов. Задолбал мне эта фигня уже. Пошли, берем патроны, значит, и погнали дальше. Вот такой вот у нас дигл, как вы видите. Не знаю, как он называется, но, в общем-то, он такой вот. Вот у меня, кстати, тут бабочка. И видим противника. Так, смотрим. Такая жестко. Ой, все, ребят. Ну это легчайше, ребят, было сейчас. Итак, у нас поинт, да. Вот какая-то у меня бабочка, кстати. Так, берем калашик. Да. Я его позже покажу. Сейчас я хочу выбить анимацию ножа, смотрю. Сейчас она должна побыть. Вот она такая красивенькая. Замечательно. Ну, как обычно, КСК гол. Вот у нас, кстати, такой вот калашик. Какой-то там ночной дозор, не знаю, что-то с ночью связано. Он так называется. Я его не заметил. У меня осталось 8 хп, ребята. У меня осталось 8 хп. Как я вообще выжил, это жесть. Это жесть. На всякий случай беру, блин, жилет. И шлем, естественно. Но это было очень страшно сейчас. Я обосрался, ребята, реально. У нас, кстати, счет уже 2-0. Угу, вот третий раунд у нас попёр. Опять мы бота этого не видим. Челика. Да, мокрочелика. Ну что, идем на А, да, это на сажу. А, Б, да, А, Б, да, это А. Так, плантим, значит, сразу же. Смотрите, чтобы никого не было. А то боты любят кемперить. Это не все любят. Не все любят. Ваншот. Ваншот, ребята. Ваншот, господи. Ваншот. Просто ваншот. Я, походу, лучший игрок мира. Ладно, может, не лучше, но все же неплохо. А, кстати говоря, я вот кликаю левой кнопкой мыши, да, когда вот я стою на спавне, там у меня закупка время идет, да, то я могу бить только правой кнопкой. То есть, как-то так. Это странно. Ну ладно, что поделать, даже может и хорошо. А у нас, кстати, мы ни разу не брали обойму. А-ля калаша. Это странно. Опять ваншот. Да, у нас, блин, у нас мы просто на одной обойме просто играем и пипец, блин, какой-то. На всякий случай возьму еще одну, поскольку, ну, мало ли, всякое бывает. Дигу мы перезарядим. Да и калаш тоже перезарядим. Вот так вот. Мало ли. Собственно, давайте пойдем. Те нахер. Ладно. Идем теперь на Б, наверное. Скорее всего. Я челика не вижу. Ну, ладно. Возможно, киперить на Б. Аккуратненько так подойдем. Ой, нет никого. Ладно, странно. Еще тут посмотрю. Ладно, аккуратненько давайте сопротивить туда. Что за такое дело? Окей. Блин, мы что, Дигу не перезарядили? Ну ладно. Мы что-то не перезарядились. Окей. Никого не вижу пока что. Я вообще не слышу ничего. Потому что я без звука играю, но для вас-то звук есть. Запись это может делать.
какого-то хера хочет разминировать. Я ему этого не дам, потому что я симпл. Да, ребята, вот такая фигня. Вот, ребята, я кликаю сейчас левой кнопкой, нифига. Вот правой получается. Правый получается. А левый нифига. Это странно, ребята. Ну ладно. Сейчас такое дело, окей. У Глаша странных звуков нету. Это странно. Но есть звук, конечно же, выстрела. Вы это прекрасно слышите. Я нифига не слышу. Но я уже ранее играл. Поэтому... Раз, два, три. Кия! Нет никого. Ах ты, тварь такая. Сзади подхоролась. Крыса. Окей. Окей. Мы просто идем дальше. Не обращаем внимания. И у нас идет... Какой же раунд по счету? Шестой раунд, ребят. Все, скоро мы его выиграем. Мы играем до восьми, как бы. Ну, два раунда, и мы, считай, все. Выиграли. Окей. Идем на А, ставить пачку. Мне потому что нифига делать. Я как бы хочу, я делаю. Возможно, бот там вот, на миду. И мы поставим бомбу заранее. И будем его вычислять. Возможно, он сзади, возможно, он идет сейчас с Б. Сейчас пойдет он с Б, наверное. Потому что уже лучше. Да, вот он. Что я сделал? Что я, черт возьми, сделал, ребята, вы это видели? Я просто его убил с такого большого расстояния в голову, просто ваншот. Офигеть. Вот за что я и люблю CS 1.6. Правда, я с Дигла не умею играть, а вот с Калаша на раз-два. Раз-два, готов. Ладно, пока там будут где-то проследить, я поставлю пачку. Вот таким вот образом. Стандартку за ящиками. Сейчас его. Раз, два, и готов. Окей, никого не видно. Возможно, идет с меда, либо оттуда. Скорее всего. Мы его будем ждать. Мы его просто будем ждать. Это последний раунд, он будет за нами. Я вам это обещаю. Я не слышу звука. Как идет? Все, ребята, все, ребята, все, ребята, все, ребята. В общем.